Друзья, я приветствую вас на канале. Мы сегодня приготовим легкую, вкусную и диетическую запеканку из курицы. Приготовление займет немного времени, а результат, несомненно, вас порадует. Итак, для этого нам понадобится филе одной куриной грудки, 3 столовых ложки сметаны, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 2 куриных яйца, 150 грамм легкого сыра. Также нам понадобится смесь специй. У меня это вяленые томаты, приправа для курицы и копченая паприка. Также добавим 1/2 чайной ложки соды. Итак, куриную грудку порежем на небольшие кусочки. Помидоры порежем на пластинки. Сыр натрем на крупной терке. Порезанные куски мяса выложим в форму для запекания. Добавим смесь специй. Также добавим соль. Яйца добавим сметану. Сюда же выдавим чеснок через пресс. Все хорошенько взобьем. Выльем получившуюся смесь к мясу. Сюда добавим 1/2 натертого сыра. Все перемешаем. Сверху выложим ломтики помидор. И посыпем оставшимся сыром. Отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. И вот прошло 40 минут, наша запеканка готова. Достаем ее из духовки. Посмотрите, какая замечательная она у нас получилась. Аромат распространялся на всю кухню. Сверху получилась аппетитная румяная корочка. Ребят, попробуйте приготовить это блюдо, и оно, несомненно, вам понравится. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного аппетита. Всем пока-пока. До новых встреч. We'll be right back.